снег, вот это я засиделся. Бегу. Ну что, бессмертные, погнали. Первый лед, говорят, наступил. Вот сейчас и посмотрим, чего оно. Как всегда, Волокуша, Деволт на прогулку вышел. Вальдемар поехал. В данный момент мы приобрели наконец-таки себе кевларового троса для нашего квадроцикла. Взял 150 метров. А на всякий случай. Болота бывают как длинные, так и очень длинные. Сейчас Анечка все замотает. Пригодится. Пришла зима. Вот он и выпал снег. Искристый, белый, мокрый, тяжелый снег. Едем на рыбалку. В тайгу. Пробуем на квадроцикле. Пока снега мало, на снегоходах еще рановато. В этот раз мы едем на двух техниках. На моем квадроцикле. И вездеход Тигр Хьюбенни. Первый пошел, завелся, отправляется. Тихонечко. Зацепился. За Андрюхой посмотрел. Да, ну что, подъехали мы к первой переправе. Да, первый пошел. Держим кулачки. Держим. Потихонечку. Давай, Андрюха. Молодец. Вездеход при виде болота чего-то боялся. Мороз слабый, друзья, поэтому слегка плавливает. Давай. Я также пройду сейчас. Ну что, вперед на озеро, ставить жерлицы, проверять лед, а главное не провалиться. Будьте осторожны, тонкий лед всегда опасен. Погнали.
Вот так вот, друзья, любители рыболовы, мы выехали на наше озеро порыбачить. Ну как на наше? Обычное озеро. Ну неважно. В этот раз мы рыбачим с другом. Анечка осталась на хозяйстве, поэтому женских эмоций вы не увидите, не услышите. Только потом, на следующей рыбалке. Лед очень тонкий, 3 сантиметра, вот буквально сейчас проверили. Опасно, рискованно, глубина больше 3 метров сразу с берега. Поэтому сейчас Андрей пошел вырубывать жердины. Вот, одеваемся по-легкому, скидываем тяжелый балласт. Ветра нету, тишина. Ну, завтра будут, обещают завтра морозы до минус 10, а может даже до 14. Сейчас пьем чаек и едем, пробуем выставлять жерлицы. Расстояние между нами будет в пределах 5 метров. Заглублять будем жерлицы до дна, потому что сейчас в такое время щука любит ловить с-под дна. А уже чуть попозже она уже подымется под лед. Пишни взяли. Бурить тут бессмысленно, поэтому будем пишню аккуратненько проламывать наши лунки. Ну и выставляться потихоньку. А уж кого поймаем, мы увидим с вами первое. Ого, какие жердины. Это что, с собой таскать? Чтобы рядышком сюда была. Чтобы рядышком была. Чтоб всегда палка рядышком была, блин. Я понял. Вот так вот становишься, как вдоль вытянуться можешь хоть на ней нахуй. Прежде чем бежать туда с жерлицами, надо сначала пойти посмотреть. Ну что скажете, молодой человек? С краю тонко, а там толсто. Три сантима. Матерь Божия, как он хрустит. Три сантиметра. Обалдеть. Ползком что ли будем ставить? Он гуляет вообще под ним. Че, пишней пробиваешь насквозь? А? Пишней насквозь пробиваешь? Конечно. Круто. Ух. Глубина больше 2 метров. Ну чё? Берем жерлицы? Конечно. Тут смотри, тычек нету, если за что цепляться. Перестань говорить глупости. Ладно. Я, если честно, по такому льду первый раз буду сейчас ходить. Вдвоем не собираться. Вдвоем не собираться, больше 2 не собираться. Трещит. Сейчас посмотрим, как Андрюха выставит пару штучек. Вот и под жерлицу готово. 3 сантиметра лед. 3? Ну да, я вижу. Тонюсенький, как я не знаю кто. Да, 3-4 сантиметра лед. Угу. Зря мы дома покушали с утра. Надо было не есть. Вот, друзья, первый лед. Очень опасный. Только что друг купался. Побежали к машине. К машине поехали домой сушиться. Завтра приедем. День второй.
заход на лед. Сегодня было минус 7. Но он сегодня даже не трещит, слышишь? Вот сегодня уже можно спокойно. А вчера были рано, мы открывали купальный сезон. В общем, краткая информация. Я лунку свою не могу пробить ногой. Понял. Ну так мороз все-таки. Минус 7. Уже приятно. А где купался-то? А, там купался? Там купался. Плавки вон там висят, сушатся. Ну что, все ставим. Смело. Ну вот. Теперь смело и мы вышли на лед. Попробуем сейчас так же продолбить пару штучек. Поставим жерличку. Поставим жерличку. Первую жерличку поставим. На живого. Ух. Такая глубина, я сказал бы, 2.5 метра. 2.5 метра. Что? Глубина 2.5 метра. Ну да. Смело. Первый живчик. Водяной. Дай нам рыбки. Крупной. На первый лед. Запускаем. И вперед. Ну что, друзья, ловим, рыбачим. Аккуратно. Ты что, поставил уже одну? Да. Ты вообще молодец. Здесь лед 5 сантиметров. А? Здесь 5 сантиметров. Лед 5? Да. О-о-о. Андрюха. Тоже радует. Андрюха. Андрюха. Ну, растащить растащило. Растащил? Нет. Сука, утащила. Тебе сюда что делать? Карлович. Друзья, на ваших глазах был подпилёв. А? Отлично. Отлично, конечно. Только отвернулся. Ну, видишь, кушери утащила. И там ее слопала. Она была сразу подсекать, не давать ей тащить в кушери. Ничего страшного. Жерлица сработала. Давай. Давай. Еще одна. Еще одна. Фух.
Фух. Еще одна. Дух захватила вторая щучка. Так, вот, заглотила хорошо. Здесь место. Мы знаем, мы здесь с Анечкой спиннинг ловили. Они тут хорошо брали. Сейчас быстрее достанем. Вот Умка, уйди. Батя твой поймал еще одну. Две королевы. Без заколонки. Дошли мы до нашей жерлицы. О, ну тут, смотрю, не сильная размотка. Но замерзла хорошо. Сейчас будем смотреть. Хорошо замерзла. Ну да. Где-то сантиметра 3 точно промерзла. Сидит, друзья. Потихоньку. Ух ты. Матерь Божья. Кобылка, друзья. Вау! Вот это кобылка. Ого! Вот это кобылка, друзья. Первая жерлица на сегодняшнее утро. Блин! Ху-ху! По пояс! Да не, поболее! Поболее! Вот это пасть у нее! Да! Фух. Отлично! Просто великолепно! Просто. Ха! Да, Гунька? Как считаешь, хороший улов? Ну вот такой трофей я сегодня взял. Свой первый зимний трофей. Отлично просто. Такая щука. Классно. Ну, килограмм 6-7. Это уже смело. Экземпляр. Хорошее утро. Великолепно просто. У нас еще много горит флажков. Да, такая бы никуда не делась. Она заглотила хорошо. Поэтому, соответственно, блин, какой адреналин. Как она подергала.
Подергала прям отменно. Если честно, я такую жерлицу вот так вот в зимний период на первый лед, это мой первый такой трофей. Два, три. Ну что, рыбачим с вами дальше, друзья. Эмоции зашкаливают. Ща. Эмоции зашкаливают. Хо-хо-хо. Ну вот, зацепили живчика. Отпускаем. Вперед, погнали. Рыбачить дальше. На целую волокушу. Ну, спокойненько так стояла она. Фух. Спокойненько она так стояла. Так. Флажок сюда. Смотрим, кто у нас тут. Фух. Окунёшка тут. Тут сидит окунёшка. Полосатый. Ну вот, вторая жерлица и тоже сработана. Много налила. Вторая жерлица тоже сработана. Да ёшкин кот. Крючки, что ли, затупились. Так, опускаем. Вперед, дальше. Сегодня мы готовим на ужин щучку пойманную в сметанном соусе. Здесь у нас на плиточке жарится лучок. Здесь у нас щучка. А здесь у нас будут макароны по-флотски. Ух, сегодня будет вкусная пища, ужин. Так, здесь лучок мы поджарили. Какой он ароматненький, золотистый. Ну и, соответственно, дошло время до щучки. Щучку сметанка заправил. И сейчас лучок обжарился уже. Кости выпрыгнули все. Вон они, собираю уже. Вот, и вот такой вот у нас. Нету, хоть сама, хоть здесь, хоть Тима, хоть Тома, блядь, сад. Очень вкусно получается. Ароматно, запах, друзья, не передать. Теперь это все будет немножечко томиться. Так, ну, высыпаем вермишельку, обжаренный лучок. Это у нас сейчас будет гарнир на жареной рыбке. Какой аромат! Очень вкусно. Я надеюсь, чисто вермишели по-флотски с обжаренным луком.
и с жареной рыбкой в сметанном соусе будет великолепно. Приятного аппетита!